Вы смотрите канал «Улица Москвы». Мы на севере города, в Дмитровском районе. И в этом выпуске прогуляемся по вагоноремонтной улице. Это бывшая народная улица поселка Леонозово, получившая свое название в 1964 году по находившемуся здесь вагоноремонтному заводу. Разделяет промзону и жилую застройку района Дмитровский. Также имеет выезд на МКАД. Вот. Мы сейчас двигаемся, получается, от Дмитровского шоссе. Вот там у нас путепровод в окрестностях железнодорожной платформы Леонозово. А с другой стороны улица заканчивается возле улицы Лобнинская. А здесь вот крупный бизнес-парк. Дмитровское шоссе 157 по правую руку. Гефесто называется. Но если посмотрите прямо, можете увидеть трубы Коровинской ТЭЦ. Наверное, самый крупный ТЭЦ в Москве находится здесь, на севере.